Саймири – миниатюрные приматы, населяющие тропические леса южноамериканского континента. Эти милые обезьянки получили грозное прозвище «мертвая голова» из-за необычной окраски морды, напоминающей человеческий череп. Приветствуем, дорогие друзья, с вами канал «Узнавай», и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о Саймири. Второе название этого зверька – беличья обезьянка. Известно 5 разновидностей Саймири, отличающихся ареалом обитания. Саймири не вырастают больше 40 см при весе до 1,5 кг. У саймири длинный хвост, достигающий полуметра. Им нельзя ухватиться за ветки, поэтому обезьянки используют эту конечность в качестве балансира. Саймири ловкие и быстрые. Они не только с легкостью передвигаются по веткам деревьев, но и совершают длинные прыжки. Излюбленные места обитания саймири – густые тропические леса. Эти обезьянки – социальные животные. Они живут большими колониями, которые насчитывают до 100 особей. Саймири – дневные обезьянки. С наступлением сумерек эти зверьки прячутся от хищников на вершинах деревьев. Саймири спят в обнимку. Дюжина членов семьи прижимается друг к другу, опуская головы между коленями, что позволяет зверькам спасаться от холода. В рацион этих обезьян входят семена, цветы, почки, листья растений, фрукты, орехи и трава. Также зверьки лакомятся насекомыми, моллюсками, лягушками, улитками, мелкими грызунами и птичьими яйцами. При поедании фруктов саймири давит плод лапками и размазывает сок по телу, создавая запаховые метки. Биологи подсчитали, что саймири издают более 20 разных звуков. Они могут пищать, кудахтать, свистеть, выводить трели и визжать, то есть для каждой ситуации свой индивидуальный звук. Эти обезьянки очень пугливы и спасаются бегством при малейшем шорохе. Однако саймири легко приручаются. Они активны и общительны, поэтому их часто заводят в качестве домашних питомцев. У саймири очень большой мозг в отношении с их массой тела, но мало извилин, поэтому эти обезьянки не могут похвастаться высоким интеллектом. В среднем саймири живут 8 лет, в неволе при хороших условиях содержания этот срок чуть больше. 21 год прожила в неволе самая старая самка саймири. Эти обезьянки плохо приживаются в несвойственных им климатических зонах, поэтому саймири редко встретишь в зоопарках в европейских странах. Саймири – удивительные обезьянки, численность их стабильна, однако эти зверьки страдают от разрушения человеком естественной среды обитания. На этом все. Берегите природу, смотрите другие наши ролики, пишите интересные факты о саймири в комментариях. Спасибо за просмотр, будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайки и нажмете на колокольчик. До скорого!